Okay, we're going to take a look at the response now from the multitude. What sort of response do we get? Мы сейчас посмотрим на как среагировал народ на все. Мы будем смотреть в общем реакцию. When verses 12 to 13 of Acts chapter 2. С 12 по 13 стих Деяния 2 главы. Says first of all they're amazed and confused. They were amazed and confused. И изумляли все и недоумевая. And they began asking, what can all this mean? И говорили друг другу, что это значит. But as typically when you have a group of people, you get different reactions. Ну это типично, когда ты в группах разных людей и у всех разные вопросы и разные реакции. That's the case here also. И вот что случилось. Others were making fun of them and said they have just had too much wine. А иные насмехались, говорили, они напили сладкого вина. So as often when you're presenting the when things begin to happen, you get all sorts of responses. И когда что-то происходит в таком же, вот тоже у вас есть какие-то реакции и ответы на то, что происходит. First reaction is a good one. What can this mean? What's it all about? Первая реакция это было хорошо, потому что люди спрашивают, что это может значить, что вообще случилось. But they were at a loss to explain the significance of what they were seeing and hearing. Но тут есть такая штука, что они не смогли передать или они были потеряны в объяснении того, что с ними произошло. They were not questioning the miracle itself. Они не спрашивали о чуде, которое случилось. But as we often also do, they were asking the significance of this. Они спрашивали, в чем является significance. В чем была суть всего этого? Yeah. Важность. В чем была важность okay, этого всего? Remember, we're dealing with Tanakh Поймите, мы тут, saints, Tanakh believers. Мы имеем тут дело со святыми Танаха, то есть с людьми, которые четко шли по Старому Завету. And as such, they recognize that there is some sort of supernatural event going on. И они понимают, что что-то сверхъестественное вообще тут происходит. Какое-то дело сверхъестественное вот тут вот сейчас происходит. And typically their reaction is, what can it mean? И у них сейчас... И это нормально, когда задается вопрос, а что это может значить? The second response that we get is one of mockery. А второй ответ, который мы получаем, это надсмехание или надсмешки, или люди издеваются над ними. This probably came from those who were, let's say, not religiously inclined. Это, наверное, были от тех людей, которые не... были полностью религиозно или они не были они не знали, что вообще по Писанию вообще происходит. And they were making fun of them. И они прикалывались с этих людей. Saying that they had too much wine. Сказав, что у них они выпили слишком много вина. The implication here is definitely that they were drunk. И само вот именно сама фраза вот то, что тут говорится, это значит, что они были пьяные. Yeah, okay, the Greek word here is used is new wine. Греческое слово тут означает новое вино. Meaning sweet wine. То есть сладкое вино. Historically we can understand that исторически this means, мы можем понять, что это значит. That this wine had begun to ferment. Что это вино начало процесс. But it not... Да, начало процесс заброжения. But it not completed that process. Но не полностью закончил этот процесс. And therefore this wine was much more, you got much more easily drunk from Поэтому drinking this wine. Поэтому от этого вина можно было много быстрее опьянеть. Okay, so we have two responses, and у нас then, есть of course, два ответа. We get Peter, who comes up. И тут мы имеем Петр, который встает. This is Peter's first sermon. Это первая проповедь Петра. And as good believers, we start to dissect somebody else's sermon. И как верующие мы все время критикуем проповеди других людей. I always find it interesting to listen to the conversations after someone or even myself has been preaching. Я вам говорю, я в удивлении люблю слушать разговоры людей, которые после служения говорят
о том, как кто-то проповедовал, или о том, как, допустим, даже как я проповедовал. If you do this well, you can learn a lot. Если вы делаете это хорошо, то вы можете от многого от этого научиться. And if you can contain your cool, если вы можете сдерживать себя, then it's even better. Это еще лучше. Okay, but we'll divide Peter's sermon into three parts. Проповедь Петра разделяется на три вещи. На три момента. His proof of messiahship. Доказательство, что Иешуа есть Мессия. His explanation in the beginning. Его объяснение в начале. And he comes to a conclusion at the end. И он приходит к выводу в конце. It's what they call in hermeneutics a three-point sermon. Это то, что они называют. Герменевтики это называется трехточная проповедь. Yeah, when you learn about preaching, you learn that there are different types of sermons. И когда ты учишься на проповедника, и они учишь, как правильно читать проповедь, то проповедь делится на некоторые моменты. You have three-point sermons, five-point sermons, six-point sermons. У тебя есть трехточная проповедь, пятиточная проповедь. Okay. Okay, Peter's refutation in the first place of the accusation that was made against them. Again. Peter's refutation отказ of the Петра, accusation that was made against them. Отказ Петра в первой части это отказ Петра в том, что его обвиняли. Okay, we're covering the verses 14 to 21. С 14 по 21 стих мы вот сейчас вот раскрываем. At this point we see it says Peter takes the authority and stands up and starts to speak. Петр же став однадцатью. Простите. Петр же став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возвысил им. Okay. Do you want me to read the whole thing? No. We'll take it piece by piece. Okay. So shall I just read the first 14 verse? Well, yeah, the first verse 14. Yeah. Okay. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте слова моими». This is Peter's first use, as I said, of the keys of the kingdom. Это, как я говорил, это первое место, первый раз, когда Петр использует ключи царства. He stood up and he started to speak to them. Он встал и начал с ними говорить. By doing this, he called attention to a very important proclamation. И этим он взял внимание очень серьезного высказывания. He says, "This is to you, Judeans, and all of you who are staying here in Jerusalem." То бишь, это для вас, это мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. So, in the first place, those are the people he's talking to. И для первого на первом месте это для тех людей, которых там сейчас находится на самом месте. And then he says, "Listen to me." И он говорит, слушайте Let меня. Let me tell you what this means. Дай я вам скажу, что это значит. The first thing he does. Первое, что он делает. In verse 15, he tells them, "We aren't drunk." Первое, что он говорит, это то, что мы не пьяные. Some of you are saying. Как вы думаете? Because it's only 9 o'clock in the morning. Ибо теперь третий час дня. Okay. Why? Зачем? Why wouldn't they be drunk at 9 o'clock in the morning? Почему они бы не были пьяны в 9 утра? Ну, на английском 9 утра, а у нас третий час дня. It's part of the culture and customs that we need to understand. Это часть культуры, которая происходит на то время. 9 o'clock in the morning means it's much too early to be drunk. Три часа дня — это значит, что ты слишком рано пить. In that culture. В том народе, в том культуре. The Jewish custom was to drink wine only in the evening. В еврейской культуре, что можно было пить вино только вечером. 9 o'clock was the hour of morning prayer.
9 часов, третий час, то, что у нас написано, третий час, это только это время, когда идет молитва. The time of the normal, regular sacrifice. Это время жертвоприношения. And especially on this occasion, remember, и на этот, и в это же время, day of Shavuot, это день Шавуот, there день were special sacrifices. Были специальные жертвоприношения. Because it was the first day потому что это был первый день. Feast. Первый день праздника. Peter then goes on. Потом Петр идет. And gives another explanation of their actions. И объясняет еще, объясняет дальше, что с ними происходит. This is based on what we read in the book of Joel. Это основано в то, что мы читаем в книге Иоиль. Okay, and we read in the Acts. 2:16-21. И мы читаем в Деяниях 16 по 21 стих. This is why Peter explained this. Вот как Петр объясняет. Adonai says, in the last days I will pour out my spirit upon you. Your sons and your daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. Even on your slaves, both men and women, will I pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will perform miracles in the sky above and signs on the earth below, blood, fire, and thick smoke. The sun will become dark and the moon blood before the great and fearful day of the Adonai comes, and then whoever calls on my name will be saved. Начиная с 16 стиха, он говорит, это Иеле, 17 стих. И будет последний день, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидения образумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих, и в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И кто всякий, кто призовет на имя Господне, призовется. Okay, ой, спасется. I'm still trying to find out where I fit in this picture. Я до сих пор пытаюсь понять, где я нахожусь в этой картине. It says your sons and your daughters will prophesy. Там написано, что ваши сыны и ваши дочери будут пророчествовать. Your young men will see visions. Молодые будут видеть видения. Your old men will dream dreams. Старые будут видеть сны. Okay, I'm still seeing visions and I'm having dreams. Which am I? Я до сих пор вижу видения и вижу сны. Где я? Young or old? Старый или юный? I'm trying to decide, but never. Я пытаюсь выбрать, но. Okay, this is a quotation, as we know, from the book of Joel. Это цитата из книги Иеля. Joel chapter 2, 28-32. Вторая глава. What verse? Joel 2:28-32. 28 стих по 32 стих. Это Иеля. Вторая глава. Again, I'm telling you this. This falls into a category of interpretation. Это входит в категории перевода. I mentioned earlier literal plus. Литературный плюс. Yeah, okay. The literal and then what happens? То есть что реально происходит и объяснение, то есть что это значит. How does this work? Как это работает? Okay. When Peter says когда Петр говорит, this is that. Это то. Yeah. He did not use the normal formula for fulfillment. Он не использовал основную формулу для объяснения, для полноты. Okay, he did not say this. Он не сказал, that it might be fulfilled, which was spoken by. Чтобы это исполнилось, которое было сказано этим. Okay, he simply said. Он сказал, this is like what is spoken of. Он сказал, это как бы. Okay. Nothing that Joel prophesied actually happened in Acts chapter 2. Ничего, что Иоиль пророчествовал, случилось в этой главе, во втором главе Деяний. And nothing that happened in Acts 2, such as speaking in languages, was mentioned by Joel. И ничего, что было случено, и ничего, что случилось в Деяниях во второй главе, как говорить на языках, не было предсказанным Иоилем.
Okay, so what is Peter doing here? Что тут делает Петр? He is trying to explain something to believers in the Tanakh. Он пытается тут объяснить верующим, которые верят в Танах. So that they would have a reference point. Чтобы у них было место писания, на которых они могут основать. Okay, he's saying it's not the complete fulfillment of what is in Joel's prophecy. Он говорит, это не полностью все пророческое, это не является полностью пророческим, что происходит. But what is happening here is, что происходит тут, it's a beginning. Это начало. And this is what is meant by the literal plus application. И вот что означает литературный плюс того, что происходит. He's taking something they know. Он берет что-то, что они знают. And he's saying, what you're seeing now. Что вы видите сейчас? Is an addition to this. Это плюс, это что добавлено к этому. Yeah? So that they can put it in some sort of framework. Чтобы они могли поставить в какую-то рамку, поставить во что-то, чтобы они могли понимать. Okay, are we? Мы все понимаем, да? Understanding? Да. Okay, good. Yep. Literally, what Joel was speaking about was the outpouring of the Holy Spirit upon the whole nation of Israel in the last days. Что Иоэль говорит, это когда Дух изольется на весь Израиль в последние дни. An application is always based on one point of similarity. То, что использование, это всегда является одной части того, что вообще пророчествует. In this case, the one point of similarity was the outpouring of the Holy Spirit. Единственное, что было похоже на то, что сказал Иоэль, это когда излился Дух, which resulted который привел in some unusual manifestations. Который привел все впоследствии неадекватные manifestations, проявления Духа. So Peter quotes Joel by way of application. Поэтому Петр комментирует цитату Иоэля для того, чтобы она была, можно было показать, что она практична, okay. И что ее используют. What he's saying is, for just as the outpouring of the Holy Spirit spoken of by Joel. И он говорит, он использует то, что Иоэль говорил о том, что будет излит Дух Святой. Will result in some supernatural manifestation. Будет в результате того, что будет сверхъестественное проявление. By the same token, тем же составом, we now have an outpouring of the Holy Spirit, который мы сейчас имеем, тем же воздействием того, что мы сейчас имеем. In a limited sense. В лимитированном понимании. But it too results in supernatural manifestation. Но это тоже выводится в сверхъестественном проявлении. Peter then moves on to the messiahship of Yeshua. Вы поняли, о чем я, да? Are we clear? Все поняли. Еще раз объяснить. Okay, I'm explaining to them again. То, что Петр процитировал, не является точностью то, что происходило на то время. Но что ему надо было сделать, это ему надо было взять хоть что-то, что происходит, для того, чтобы объяснить людям, которые верят в Танах, в Старый Завет, что происходит. И он комментировал Иоэль, там на самом деле ничего не происходило то же самое. Единственное, что могло быть соединено, это момент, когда Дух Святой проявляется полностью на весь Израиль. И он объясняет, что да, проявляется Дух Святой, но не так, как будет, а не так, как написано. Но это будет, потому что мы являемся начало. Теперь понятно? Да, все впереди. Но ему надо было на чего-то, чтобы мог опереться. Ему надо было на что-то опереться. Знали слово, поэтому он говорит, ему надо было что-то переться. Понятно? Все собрал в слово. Все, всем понятно, да? Окей. There you go. Okay. I tried. Good, good. Well done. Okay, so this is how do we apply scripture? Как нам использовать слово? And as I said, there are different ways to do this. Есть разные вещи, как мы можем это сделать. So what we're trying to explain to you here is how this works, how the literal plus application would work. Я тут пытаюсь вам объяснить, как Literal plus. What do you mean by literal? Not taking the scripture as it stands without
anything else. Да, yeah? Вот дословно, дословно понимание плюс. Вот я вам сейчас объясню, что такое дословно понимание плюс. Yeah, okay, when you say something happens literally as it was written, you mean it happens exactly in the same way. Когда ты говоришь словно, дословно, литературно дословно, это означает, что что-то происходит так же самое, что было написано. Okay. But in this case, но в этом случае it's not exactly literally это as не it was точно, written, это недостоверная информация, то, что происходит, поэтому мы добавляем плюс. Мы but it's showing how you can apply that scripture in the situation. Но в этом случае мы делаем, они делают то, что может быть как-то может показать на то место Писания. Как они используют это место Писания в том, что они делают. This happens very often when scripture is quoted throughout the New Covenant scripture. Это очень часто происходит во время того, как Новый Завет идет впереди, после Деяний, когда люди цитируют Старый Завет. Это очень часто происходит. Okay, and that is why that over the years so much discussion has arisen over the scriptures. И вот почему во время дальше со столетиями выходит очень много дебатов, очень много споров по поводу этих мест Писания. Yeah, because some argue this is a wrong quotation or некоторые спорят, что это настоящее это настоящая цитата, которую люди цитировали, или некоторые говорят, что нет, это всего лишь часть, или это совсем вообще не так не к этому относится. And this comes because most people don't take the time to understand how the scripture was applied in that time frame. И это потому, что люди не берут и не хотят сидеть и думать, как это место Писания могло проявляться или показывать себя в тот временной период. Люди не хотят понимать, докопаться, или не просто докопаться, просто не хотят понимать, почему это было сказано в тот временной период, и как, и что оно собой обозначало. Okay. Okay, so now we move on. И теперь мы дальше двигаемся. To how Peter proves the messiahship of Yeshua. Как Петр доказывает, что Иешуа является мессией. We're in Acts 2. Мы во второй главе Деяний. Verses 22-35. 22 по 35 стих. Okay. We have to understand his audience, who мы должны понимать его слушателей. He's speaking to people who understand the Tanakh, who've он говорит с людьми, которые понимают Танах. Heard many of these things. О, знают многие из этих вещей. So, и поэтому he's going to do this by showing the public ministry, death and resurrection of Yeshua. И он это будет публично показывать как со смертью и с воскрешением Иешуа Хамашеха. Okay. So in the first case, he starts to summarize the public ministry of Yeshua. И сначала начинает говорить общее служение, общее массовое служение Иешуа. In verse 22. Во втором стихе. He says, "Men of Israel, listen to this. Yeshua from Nazareth was a man demonstrated to you to have been from God by the powerful works, miracles, signs, and that God performed through him in your presence." And you yourselves know this. Мужи израильские, вы слушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Okay, so he is talking to those of Israel. Он говорит тем, которые в Израиле. And he was focusing their attention on Yeshua of Nazareth. И он попытался взять их внимание на Иисуса, на Иешуа из Назарея. So he is appealing to them. И он к ним раскрывается, общается. In the time frame where they are. В том временном периоде, в котором они сейчас есть. Yeah, okay, we can assume that everybody in Jerusalem мы можем примерно представить, что все в Иерусалиме что-то слышали по поводу Иисуса. Yeah?
There would be a lot of discussion. Там будет очень много рассказов или обсуждений по поводу этого. So Paul, Peter, in the first place, is appealing to this discussion that's been going on. И поэтому Петр четко идет на разговор по поводу того, что они говорят. And he's saying, "You yourselves know." Он говорит, вы сами знаете. That this was someone who had come from God. Который пришел бы от Бога. Because of the things he did. О том, что он сделал. Because we read also in Scripture where it says that even some of the leaders says no man could perform these miracles unless he was from God. Okay. Потому что некоторые лидеры, мы это знаем, потому что некоторые лидеры говорили, что никто бы не мог бы сделать эти чудеса, если бы они не были от Бога. All the things that Yeshua did. Все, что делал Иешуа. They authenticated him as being who he claimed he was. Они воспринимали его тем, кем он говорил, кто он есть. That he was the Son of God, that he was Messiah. Тем, что он был Сыном Божьим, тем, что он был Мессией. Peter shows that the power of God was at work in the life of Yeshua. Петр показывает, что сила Бога была с ним и работала с ним во время того, как он был на земле и у него было служение. And he uses three words. И он использует три слова. Okay. I was like, Peter is, let me just repeat this a little. Peter was using three words to show how the power of Messiah was working through Yeshua. Петр использует три слова, чтобы показать, как работала сила Божия через Иисуса. Now, maybe it is an idea that if we look at ourselves and see how this also works in us. Может быть, эта идея тем, что мы, когда мы смотрим на нас, мы можем увидеть это все в нас. And if it works in us. И если оно работает в нас. Okay. So the first word he used is works. Первое слово, что он говорит. Yeah. Which is emphasizing or emphasized his miracles. Это очень было такая он подчеркнул этого слова. Это было сначала, это было его чудесами. Чудеса. In the first place, we would think about the healings. Мы бы думали о как он исцелял. And the casting out of demons, maybe. И как изгонял бесов. Okay. The second word. Второе слово. Is wonders in English. Простите, первое слово это было сила. Второе слово это чудеса. Первая сила, второе чудеса. Чудеса, второе чудеса. Are you there? What was the first word? Power? Works. Works. You see, we, in our language, it's power, power, miracles, and signs. Okay. So they're kind of a little bit different. Yeah, they're kind of a little bit different. They're kind of a little different. But I'm... Going back into the original language, okay. Чтобы вы понимали, что в нашем переводе она чуть-чуть по-другому. Давайте я вам буду, как он будет читать, это с греческого, это как бы источник. So the first one was. First one was works, which we would. Первое изначально это вот, ну, как использовать сила, ну, написано сила, но с греческого это означает дела. This is where we. Первое слово, которое вот у нас, допустим, сила, а на греческом, как, на котором оно было написано, это означает дела. Okay. Первое дела, то, что он делал. This is where we get into the problem of translations. Вот тут мы как бы приходим в проблемы переводов. Don't know whether any of you ever saw the film with the title Lost in Translation. Я не знаю, если вы посмотрели фильм, называется «Потерян в переводе». That's what we suffer from. Вот что мы, вот чего мы страдаем. Вот первое с греческого означает дела. Второе слово. Okay, whatever word you've used here. Какое-либо слово, которое вы тут пользовались. Then we need to understand its meaning. Нам нужно понимать его значение. And in the original, it was meant to mean the emphasis on miracles. Is that the second word? No, the first one. Первое слово это с греческого, из чего она была основана. Слово очень сильно
показывала на чуд, ну, как бы на чудеса, на то, что делал Иисус. Вот эти вот. Исцелял больных, изгонял бесов, это все. Это первое слово. Okay. The second word, which второе слово, is wonders in English, которое у нас оно является чудесами, а на английском это означает знамение. Okay. Знамение, да. This emphasized miracles as demonstrations that appeal to the senses. Senses. To what we can feel. To what we can feel. What we can feel, what we can. Это слово означало, это знамение, вот это вот слово, которое использовалось на греческом, это означает, что это чудеса, которые приходили и изменяли то, что мы можем чувствовать. Yeah, this. If I remember correctly, it's the five senses. Yeah. Seeing, hearing, smelling, есть пять чувств. Вот эти вот пять чувств. Видеть, слышать, чувствовать. Seeing, hearing, осязание, обоняние. Tasting and touching. Вот эти все пять чувств. Вот это вот то, что к чему он относилось. Второе слово. Yeah. So that was that emphasis. Вот это то, на то, что то показывало. But this would create also a sense of awe, a sense of amazement. Amazement, yeah. И в этом случае это то, что вот это вот означало, она приносила такое дивно. Это не трепет. Это приносило вот ох. Вот люди видели изумление. Вот что вот на самом деле. Второе слово это было как изумление. Mm-hmm. It was like Adam when he met Eve. Это как вот like from Greek it means the same, right? The way Adam met. No. It's just a feeling, right? Yeah, это то, что он пытается объяснить, что это то же самое, что когда Адам увидел Еву. Yeah. Это было просто вот сногсшибательно, это было это самое яркое изумление, что делал, да. Eve comes along. И Ева приходит. And Adam goes. И Адам такой: Whoa, man. Oh-ho. That's how you get the word woman, eh? Вот откуда приходит женщина, слово женщина. Whoa, man. Да, вот он говорит, whoa, man. Okay. No, okay. It's one of my stupid jokes, yeah. Okay. The third word. Третье. Signs. Это были знаки. This word emphasized that the things done underlined and authenticated the message that was being presented. Это означает, что он давал им то, на которое являлось основание и понимание того, что он учил. Okay. So, все поняли? Это слово означало, что вот когда он делал третье, вот это вот знаки, ну как бы знамение у нас написано, он знаки, это он делал то, что являлось основанием того, что он учил. Okay. What was Yeshua's message? Что Иешуа учил? Yeshua's key message was the kingdom of heaven is at hand. Yeah. Что, а в чем было самое главное учение Иисуса? Царство небесное уже okay. тут. So the правильно. Signs were the things that underlined and emphasized that point. Вот. Знаки это было то, что он учил. То есть то, что он говорил, что Царство небесное тут, и вот вам, вот оно вам. Это было как основой того, что он учил, которое вошло в действие. Да, вот и все. Ну, нет, это ну, как бы это... Это было как доказательство. Это как бы доказательство, на которое вот люди учились. Are we... Okay, yeah, let's just go through the real things again. Let's go. Yeah. If you want to talk about, we'll talk about it next. Yeah. Okay. Просто чтобы чтобы вы понимали. Первое это что было? Это сила. Это то, что у него было, то, что он делал. Второе это чудеса и знамения, которые он исцелял,
ну, как бы физический, как бы, но третий это уже практический момент, когда он говорил, что вот она здесь, вы видели, вот вам основание. Понятно, да? Okay, I just basically put it out there. Good. Okay. He goes on then to say, а потом он идет и говорит, that all of this was done publicly. Все это было сделано прилюдно. What he's basically saying is, what I'm telling you now, you can go and do and yeah. Do it. Yeah, do it. But no, you can go and ask somebody, and they will tell you. Oh. Yeah. Okay. Что Петр в этот момент примерно говорит, что объясняет людям, что вы можете все, что я вам говорю, можете пойти и спросить. Иисус сделал это публично, и все вам скажут. Он не скрывался. Mm-hmm. Okay. Yeah. So because all of these things were done in certain places, Peter is trying to tell them, look, this is not something that was done secretly or hidden. И то, что Петр пытается объяснить, что все, что тут происходило, он не делал ни в тайне, ни прятался всех. You yourselves can go and control this, you can go and ask and вы сами можете пойти это проконтролировать и проверить. Okay. Да. Okay, after summarizing the ministry of Yeshua, Peter next deals with the death of Messiah. Is the what verse is this? Verse 23. Всего по определенному совету и проведению Божию преданного вы взяли и пригрозив руками бесных убили, беззаконных убили. Did you read the text? I read 23, 24. No, just 23. Okay. It's okay. Yeah. So in this text, Peter is dealing with the death of Messiah. В этом стихе Петр работает с тем, что основа идет на то, что на убийство Иисуса. He points out that there is a divine side and a human side. Он тут показывает, что есть сверхъестественный знак и человеческий знак. Okay. The divine side is that he was delivered up by God. Сверхъестественный фактор это то, что он был дан от Бога. The death of Yeshua was part of God's plan. Смерть Иисуса это было то, что Бог запланировал. Part of the determined counsel of God. То, что консультировал Бог. It was a fixed purpose that God had. Это то, что должно было. Это была готовая вещь, которая должна была произойти. It was very necessary for Messiah to die. Это должно было быть, чтобы Мессия умер. It was part of the knowledge of God. Это часть познания Бога. The word knowledge that's used here means to know beforehand. Слово познание с греческого вот в этом контексте означает знать до того, как оно будет. Not simply knowledge. Не просто познание. Pre-planned. Приплан. Yeah. Ну, как бы приплановое такое знание. Ну, okay. Заранее планированное. It was predestined for the Messiah to die. Уже было предсказано, предопределено, что Мессия должен был умереть. Okay. The Greek word for this греческое слово для этого is used only by Peter. Использован только Петром. Both here здесь and in 1 Peter и 1 Петра 1 verse 2 второй стих and verse 20 и 20 стих. So we can know certainly that мы можем точно знать the divine side, что он тут говорит. God planned for this all to take place. Бог запланировал, чтобы это все произошло. Okay? Even if the даже Jews если had accepted Yeshua. What? Even if the Jews had accepted Yeshua. Даже если евреи бы и признали бы Yeshua. He would still have to die. Ему бы пришлось бы умереть. Okay? Да. Because if he didn't die. Потому что если бы он не умер, there would be no salvation. Не было бы спасения. Okay? Okay. So we have to understand that. Мы должны это понимать. Even if it seems a bit. Даже если для нас это. As for the human side,
но от человеческого, с человеческой стороны. The guilty ones виновные are persons not bound by the Torah, it says. What verse is this? This will be the next verse, probably. No. Wait a minute. Let me go back here. Okay, verse 23. This man was arrested in accordance with God's predetermined plan and foreknowledge, and through the agency of persons not bound by the Torah, you nailed him up on a stake and killed him. This is what verse? 23. Вы взяли и пригрозив руками беззаконных убили. Okay. Yeah? Yeah. You have it in your translation? Yeah, it's a little bit different, but... Yeah, okay. As I said, this is the problem with translations, okay? Yeah. It's okay. And I tend to work from... it's okay. As much as possible from the original. Okay. So, who was responsible? Кто был виноватым? Those who were not bound by Torah, it says here. Которые были беззаконны. The lawless men were the Pharisees and the Sadducees. Фарисеи и саддукеи. Now, we can think, how is that possible that he uses that here, not bound by the Torah? But if you look at their actions, they went outside of what the law permitted them to do. Как можно на самом деле подумать, что такие люди были беззаконны за пределами Торы? Но если вы посмотрите, как они все жили, как что они позволяли, то они шли за пределами того, что Тора им разрешала. So these were the leaders who represented the people. И это были люди, которые представляли людей. Okay. Now this is a concept which we find in scripture. Это концепт, который мы находим в Писании. That one person or что один человек или число людей can also be taken to represent, которые могут пойти a lot more people. Предоставлять многих других людей. Okay, one example of this from scripture. Одно из мест, где вы можете это увидеть. Is Adam. Это Адам. When he sinned, когда он согрешил, yeah, when he took from the, когда он съел плод, then he represented all of humanity. Он был, yeah. Он предоставлял всего человечества. Okay, the concept was that концепция he sinned, та, and then we have what we call the original sin or hereditary sin. Он согрешил, и потом мы получаем начальный грех, основанный грех. In that way, through Adam, all и поэтому, и поэтому через Адам все человечество сейчас страдает. But in the но same way, в то же самое место Yeshua came, пришел, and through him, all и через него все человечество receive forgiveness. Может получить okay? свободу. This is the concept. Это концепт. Okay. So here здесь, Peter is applying that concept to what happened with the Messiah. Здесь Петр использует тот же самый концепт для того, saying, чтобы люди могли понять, что случилось. And he's saying because your leaders и он говорит, почему, потому they represented you, потому что ваши, and therefore you are also guilty. Потому что ваши лидеры предоставляли вас. Вы, ваш народ согрешил. Okay. Вы понимаете, да? With me? The guilt of the leaders is the guilt of the nation. Вина лидеров теперь вина на ваших руках. Okay. На вас теперь, как люди. Okay. This principle still applies. Этот принцип до сих пор существует и до сих пор применяемый. National leaders национальные лидеры can still do things which will be applied to a whole nation. Могут сделать вещи, которые будут влиять на целую нацию. And a whole nation can suffer because of what their leaders. И целая нация может страдать из-за того, что делают их не лидеры. Okay? Okay? We see it in practice. Мы видим это сейчас. Even today. Даже на сегодняшний день. But this is the principle that Peter is using. Но это принцип, который использует Петр. Okay. It was these leaders who were responsible for turning Yeshua over to the Gentile hands who actually did the killing. Is that what verse is this? We're still in verse 23, okay? Man, you guys have a lot in 23. We just have like
few. Дальше в ихнем, в ихней Библии. Yeah, what I'm doing is giving you the things that are involved in the original. In the original, but also involved in that text. Okay. И что Петр говорит, что вы хоть и дали, ну даже в оригинальном написано, что хоть вы и дали. Can you repeat it again? But let me tell you, the principle here is that we read a text, but do we understand? Да, он говорит, чтобы просто понимали, что это происходит, мы можем прочитать текст, но если мы не понимаем, то нет смысла. Вот что он делает, он пытается раскрыть вам эти стихи. Okay. Okay. Peter was talking to these people and telling them exactly what all of this meant. И Петр приходил и говорил этим людям все, что происходило. So he's saying the guilt of the leaders is the guilt of the nation. Он поэтому говорит, вина лидеров — это вина народа. Because these leaders, потому что эти люди, эти лидеры, они являются виноватыми представителями for handing over Yeshua за то, что они дали Иешуа to the Gentile hands, язычникам, who actually killed him. Которые убили его. So, what they were doing is they were using поэтому, что он делал, он использовал the Gentiles to crucify him не евреев, чтобы убить and to slay him. И распять Иисуса. Okay. Okay. Let me just check here because okay, can I just do this because only a short piece and then it comes to a good end. Okay? Okay, next Peter moved on to the resurrection of the Messiah in verse 24. А потом в 24 стихе Петр переходит к воскрешению Иисуса. But God has raised him up and freed him from the suffering of death. It was impossible that death could keep its hold on him. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. The Greek word used here is that of birth, of giving birth. Греческое слово, которое тут используется, это то, что он как бы давал роды. It pictures the Messiah as being born out of death. Это картина то, что Бог, Мессия, выходил как из, как якобы как смерть давал роды, знаешь, и birth, вот был рожден из смерти, то есть. Вот, yeah, he was released. Его выпустили из рук смерти. And then he gives a reason for that. И он дает и дает причину к этому. It wasn't possible for death to keep the Messiah imprisoned forever. Потому он говорит, что невозможно было смерти удержать его. Okay. In this simple way. В этой очень простом в этой простоте. That Yeshua came. Yeshua пришел. He presents and Peter tells the story. И Петр рассказывает историю. He presents his credentials. Он представляет свои как бы это почти что означает как бы свои козырные карты, как бы свои аргументы. By miracles, чудесами, signs, знаками and wonders. И знамениями. He was rejected and killed. Он был убит. But then resurrected. Но потом воскресил. And this is the essence of the gospel. И вот есть основание Евангелия. And that's what Peter did there. И вот что тогда Петр сделал. Okay. Okay. Right. Все.